нет снега, то могут быть еще где-нибудь. То есть куда-то да. Он в Москве сейчас, ну там чуть-чуть снега есть. Просто осенью наверняка очень холодно было, а снежинки становятся из дождя, а дождя вот не было, потому что было холодно. И летом тоже, из-за этого вода не испаряется, не становится тучи. Сегодня хорошо 24-е, через одну неделю и два дня, другой недели будет каникулы, через еще одну неделю. И у нас еще через два дня елка школьная. Снеговиков лепить на улицу. Я поеду на поезде к бабушке. Например, можно там... На ватрушках покататься. Да. В парк какой-нибудь сходить. Поиграть снежки во дворе. Я жду собаку. Щенка. Она да, очень щенка. Любит собак, только маленьких, таких да. Пушистых. Но я хотел больше снег, слякоть да. Я не люблю. Телефон мне Дед Мороз подарил, я ему звоню. И вот он тогда, я ему позвонил, и он снег навалил. Я бы хотел больше познакомиться с какими-то людьми. Ну, допустим, для друзей с кем-нибудь побольше познакомиться в классе, чтобы с ней как бы больше общаться и дружить. Сидишь дома, ничего не делаешь особо. Сколько там будет? Не, можем в телефоне чуть-чуть поиграть. Мне мама говорила то, что чтобы еще тоже провести Новый год, надо или одеть шапку, а если нет, то залезть под стол. Я подумал, у меня есть несколько шапок, я одену первую, в которую я просто хожу на улице, вторую ковбойскую, на нее новогоднюю, и на нее другую новогоднюю. Потом залезу под стол и буду смотреть под елку. Снегопчики вообще не ту погоду, должна быть зима вообще-то. Снегопчики погоду не ну вот еще вот когда мой день рождения, вот там, вот, когда у меня день рождения, тогда начинается покров. И вот уже давно мое день рождения прошло, а все, снега нет. Чего хотите делать в Новый год, если будет снег? А, кататься на снегах, играть в снежки, короче, все делать. И лепить снеговика. Ну, логичнее будет, чтобы он, когда вот... В следующем году, ну, буквально через год, то, что когда уже все ждут уже 2021 год, вот это ты имел в виду, да? Нет, то, что снег выпадет 1 января, как, ну, ой, 31 декабря, когда Дедушка Мороз выйдет. Типа волшебство случилось? Ну, да. Когда я был маленьким, вот Дед Мороз меня на елку повесил это шоколадные куколки. Куколки, а вот я всегда на елку вешаю шоколад.